Здравствуйте, в эфире информационная программа «День Республики», в студии Чингис Тихонов, и сегодня в выпуске. Калмыкия под снежным покровом. Уборка снега идет в усиленном режиме. В элистинской школе будет отремонтирован стадион. Планируется установить футбольное поле, беговые дорожки и спортивную площадку. Центр притяжения для музыкантов, художников, танцоров. В республике готовится к фестивалю «Райанале». Калмыкию накрыло снежным одеялом. За последние несколько дней выпали обильные осадки. На борьбу с сугробами выведена вся уборочная техника коммунальщиков. Дорожные службы работают в круглосуточном режиме. Сейчас на федеральных и межмуниципальных трассах мобилизовано 135 единиц техники. А в пределах Элисты еще 21 единица, сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков. О том, как организована в степной столице уборка снега, расскажет Игорь Манжиев. Снежный покров окутал Калмыкию, и по прогнозам синоптиков, выпадение осадков продолжится еще не один день. На борьбу со стихией брошены все силы. Накануне глава Калмыкии Бату Хасиков провел оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям с участием правительства республики и руководителей силовых структур. Как отметил руководитель региона, в этом году республика докупила ЖКХ-технику и запасные части для снегоуборочных машин, подготовлен запас горючего. В круглосуточном режиме работают все коммунальщики, дорожники и дворники, готовы котельные ремонтные бригады. Обильный снегопад принес жителям республики неудобства. Снежный покров на дорогах замедляет движение транспорта. В круглосуточном режиме на улицах города расчищают трассы от осадков коммунальные службы. Работники городского зеленого хозяйства приводят в порядок дороги, дворы и тротуары. Городские службы прилагают все усилия. В арсенале работников ГЗХ 8 единиц техники, работают 3 бригады дворников. Дополнительно задействовано 4 трактора. Песчано-солевым раствором обрабатываются дороги, остановки и тротуары. Наша техника проходит по всем городским территориям, не только в центре города. Также мы проходим по улицам Кирова, Клыкова, Осипенко, Губаревича, Илюмджинова. Счищаем снег, чтобы не возникала жижа. И после этого, только когда видно более-менее полотно, тогда мы уже песчано-солевой смесью уже посыпаем. Во дворах элистинцев снега не меньше, чем на проезжей части. Представитель одной из управляющих компаний сообщила, что вторые сутки дворники выходят с раннего утра, чтобы расчистить путь для жильцов дома. Снег идет не переставая, да? Буквально полчаса и опять, как будто их не было. Но работники наши приходят рано утром, очищают дорожки, тротуары, крыльцо в первую очередь, чтобы люди могли беспрепятственно выйти на работу. Вот сейчас в обед наш дворник опять пришел, опять почищает, потому что очень много намело. Это она уже второй раз за день сделала эту уборку. Ну, вы сами понимаете, какой очень сложный труд и тут кидать снег. Мы вышли где-то 8, около 8. Утром убрали, потом заново пришли. Это убирать. Вся ваша территория, да, это двор? Да, вся полностью вокруг дома территория. А снег быстро вообще падает? Да, снег быстро заметает, особенно с задней стороны двора, прям ветром сильно надувает. Несмотря на то, что календарная весна наступит через 12 дней, зима не сдает свои позиции. По прогнозам синоптиков, снегопад в Калмыкии продлится до 20 февраля. Сохранится минусовая температура, а в некоторых районах столбик термометра опустится до минус 20 градусов. Игорь Манжиев, Владимир Цуглинов, информационная программа «День Республики». В Калмыкии расширен список медицинских специальностей, которые могут принять участие в программе «Земский доктор, земский фельдшер». Получить единовременную выплату за переезд для работы в сельские населенные пункты теперь могут не только врачи и фельдшеры, но и акушерки и медсестры фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. Такое право за ними по предложению Минздрава Калмыкии теперь закреплено в постановлении правительства региона. Напомню, в Калмыкии реализуется федеральная программа «Земский доктор, земский фельдшер». С целью привлечения врачей и среднего медицинского персонала к работе в селах республики в рамках программы предусмотрена единовременная выплата медработникам, которые будут работать в районные больницы и ФАПы. Врачи и медработники среднего звена, которые будут трудоустроены в медучреждения села Троицкое, Лагань и Гордоиковское, претендуют на единовременные выплаты в размере 1 500 000 рублей соответственно. Медработники, приступившие к работе в остальных районных медучреждениях республики, получат единовременные субсидии: врач 1,5 млн рублей, фельдшер, акушерка, медсестра, ФАПа 750 000 рублей. Об имеющихся вакансиях можно узнать на сайте Министерства здравоохранения Республики Калмыкия, а также по номеру 35548.
Сейчас к эпидемиологической ситуации в регионе. По оперативным данным Минздрава Республики выявлено 53 новых случая заболевания коронавирусом. Выздоровело 52 человека. Двое скончались. В тяжелом состоянии 23 пациента, из них 13 на ИВЛ. Госпитализировано в инфекционной больнице 612 жителей Калмыкии. В режиме домашней изоляции находится 4077. По данным Министерства социального развития, труда и занятости Калмыкии, ежегодно в республике увеличивается количество многодетных семей. За последние 5 лет их число увеличилось на 30%. Сегодня на учете в органах социальной защиты населения состоят 6602 многодетные семьи. В прошлом году на социальную поддержку многодетных семей из республиканского бюджета направлено более 250 миллионов рублей. Стадион в школе номер 23 будет реконструирован. В ближайшее время начнутся работы по разработке проекта и составлению сметной документации. Глава администрации Листы Дмитрий Трапезников поручил ответственным специалистам уже на следующей неделе предоставить список спортивного оборудования для стадиона. Объект будет оборудован футбольным полем, беговыми дорожками и спортивными площадками для занятий. На сегодняшний день в школе обучается более 900 ребят, которые в теплое время года занимаются спортом на свежем воздухе. Необходимо тщательно продумать и построить качественный стадион. Тем более, что в северо-западном районе больше подобных спортивных комплексов нет, обратился к ответственным специалистам глава администрации. Вопрос увеличения объемов жилищного строительства обсудили участники рабочего совещания в региональном управлении Росреестра. Как сообщил глава города, председатель Листинского городского собрания Николай Рзаев, руководство города ведет планомерную работу в этом направлении. Для этого муниципалитетом определены потенциальные массивы земельных участков для жилищного строительства, в том числе для льготной категории граждан. Прорабатываются вопросы обеспечения участков инженерной инфраструктурой. В частности, в текущем году в рамках индивидуальной программы развития и программы «Стимул» инфраструктурой будут обеспечены 4 жилых массива. Также стороны обсудили вопросы, связанные с постановкой на кадастровый учет вводимых в эксплуатацию объектов и применение на практике последних изменений и дополнений в жилищном законодательстве. К другим темам. 6 партий некачественной крупы были поставлены в казачий кадетский корпус Калмыкии. Инспекторы Россельхознадзора Калмыкии провели проверку в образовательном учреждении. Выяснилось, что крупа общим весом более 60 килограммов не соответствует требованиям безопасности, установленных техническим регламентом Таможенного союза. Как сообщает пресс-служба ведомства, в отношении поставщика будут приняты меры административного воздействия. Выявлена поставка 6 партий круп. В общем количестве более 60 килограммов. По декларации о соответствии, действие которой было прекращено, согласно информации, размещенной на сайте Росаккредитации. Таким образом, поставщик не подтверждает заявленное о соответствии 6 партий круп требованиям безопасности, установленных техническим регламентом Таможенного союза о безопасности пищевой продукции. С учетом вышеизложенного, в период проведения плановой выездной проверки казачьим кадетским корпусом принято решение самостоятельно изъять из оборота 6 партий круп общим весом более 60 килограмм и поместить под ответственное хранение. Работа по созданию питомника для бездомных животных на контроле республиканской прокуратуры. Этим вопросом ведомство занимается с декабря 2018 года, с момента принятия федерального закона об ответственном обращении с животными и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. По словам прокурора Калмыкии Евгения Курмаева, в настоящее время управлением ветеринарии совместно с администрацией Листы определяется место для будущего приюта. Разрабатывается проектно-сметная документация. Вопрос, связанный с строительством, мы поставили на особый контроль. Потому что, ну, на самом деле мы получаем очень много обращений со стороны жителей, где бездомные собаки гуляют, в том числе были обращения, связанные с тем, что собаки нападали и на детей. Но я считаю, что вопрос, который решался далеко в прошлом в виде отравления этих собак, не совсем гуманный способ. И вы прекрасно знаете, мы даже здесь были сторонниками того, чтобы возбуждать уголовные дела. Жестокое обращение с животным человека тоже осудили. В Москве прошел концерт в честь праздника Цыганцар, знаменующего приход весны. Мероприятие организовало калмыцкое землячество Джунгария. С начала пандемии это первая большая встреча земляков, позволившая им прикоснуться к искусству и вспомнить малую родину – Калмыкию. В целях безопасности зал был заполнен лишь на 30%, но это не помешало весело по-калмыцки отметить национальный праздник. Благодарности главы Калмыкии за активное участие в общественной жизни республики вручили организаторам – Убушу Даржинову и Адиан Урктын. Творческие номера представили молодые артисты, проживающие в Элисте, и те, кто живет в Москве. Санал Мукаев, ансамбль «Бомбина Рынель», Гена Царенова, Баина Лиджигаряева, Данара Манджикова и Джеркал Басханджиева.
Калмыкии появится арт-резиденция «Цифровые кочевники», которая станет центром притяжения творческой молодежи не только республики, но и других регионов. Напомню, пилотный проект по созданию арт-резиденции был запущен администрацией президента в 2019 году. Калмыкия вошла в число 14 субъектов, где будет создана новая культурная площадка, которая будет располагаться на даче Басана Бадминовича Гордовикова. Накануне состоялась презентация проекта с участием творческой молодежи республики, а также экспертами из Москвы. Одна из них – Ольга Рокаль, основатель и партнер архитектурного бюро «Утро». Она работала архитектором Голицынского пруда, парка Горького, летних кинотеатров и парка Фили и Сокольники, а также многих других. И в том году мы начали работать над объектами арт-резиденции и выбрали вот эту площадку дачу Гордовикова. Сейчас она руинизирована, и мы хотим как раз заняться ее восстановлением и перезапуском этой территории, потому что здание хоть и перенесло очень много бедствий, но тем не менее это отличное сооружение, очень красиво по структуре, с очень приятной территорией. Очень, как сказать, своеобразная и образная, то есть она и степная, и южная, там открываются великолепные виды, у нее очень хорошая структура для того, чтобы там сделать настоящий классный городской спот для отдыха. И как стало известно, уже в апреле состоится фестиваль Райенале «Дача Гордовикова», который должен объединить творческую интеллигенцию страны в новом арт-кластере. Было проведено 2 перформанса на территории дачи. Сейчас в ближайшее время, как только потеплеет, мы начнем проводить ряд субботников. И, соответственно, в апреле уже будем работать над тем, чтобы, по крайней мере, территорию, да, прилегающую дачу Гордовикова, превратить в такое, да, место для самовыражения. В Яшкульском районе накануне празднования Дня защитника Отечества проходит акция «Поздравь солдата». Она адресована жителям района, проходящим срочную службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. В этом году открытки получит 31 срочник. Письма поздравления, написанные от руки, разлетятся к местам службы в Московскую, Ростовскую, Саратовскую, Псковскую, Ивановскую и Волгоградскую области, Кабардино-Балкарию, Краснодарский край и город Санкт-Петербург. В администрации уверены, что солдатам-землякам будет приятно получить весточку от родного края. В Калмыкии стартовал проект по обучению старшеклассников элистинских школ экотуризму «Живой родник». Организатор – региональное отделение Российского союза молодежи. Запланированы 2 тематические смены по 35 человек. Участники узнают, как собрать палатку, снарядить рюкзак, спальный мешок и многое другое. Главная цель проекта – сформировать у подрастающего поколения экологическую культуру и туристскую этику. Организаторы надеются, дети не только получат практические знания, но и научатся более бережному отношению к природе. Планируем, чтобы наши коллеги тоже из разных сообществ рассказали вообще об экологической культуре. То есть вот как беречь природу, как, допустим, разделять мусор. Вот, и в целом, что вот нужно заботиться, да, о том месте, где ты живешь, начиная там с дома, со школы там, и в городе. Вот, ну, как бы цель такая. А проект является победителем конкурса социальных проектов «Пау Лукойл». И поддержан этим фондом. Всероссийский конкурс «Воспитатель года России» завершился накануне в Перми. Участницы заключительного этапа Елене Андратовой из дошкольного учреждения села Троицкое Целинного района «Золотой ключик» присуждена награда за волю к победе. Эта специальная номинация была учреждена в этом году впервые. Диплом представительницы Калмыкии вручил «Воспитатель года 2019» Евгений Пепеляев. Отмечу, победителем конкурса признана Анастасия Быстрякова из Краснодарского края. Церемония награждения состоялась в Пермском академическом театре. Московский музей Победы приглашает талантливых певцов и авторов песен принять участие в отборочном туре фестиваля патриотической песни «Журавли Победы». Лучшие вокалисты станут участниками концерта, который пройдет в Москве в рамках празднования Дня Победы. Поездка будет организована за счет средств фонда президентских грантов. Кроме того, ребята получат возможность бесплатно принять участие в июньской тематической смене «Журавли Победы» в лагере «Орленок». Авторы 15 лучших песен смогут записать свои произведения в качественной аранжировке в профессиональной студии. Участниками могут стать детские и юношеские вокальные коллективы и исполнители в возрасте от 11 до 16 лет. Заявки принимаются до 1 марта этого года. Подробнее об условиях участия в отборочных турах можно узнать на сайте Музея Победы. Выпуски новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала УТР на 21-й кнопке в IPTV зеленой точки Ростелекома, на сайте Реакалмыкия в специальной вкладке и на официальном аккаунте в Instagram reakalm.ru. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире.